Вот Константин Голодяев, известный краевед новосибирский. Что скажешь, Константин? Печальное зрелище. И взрывов не надо. Сами все порушим. Нам врагов не надо, мы себе враги. Видел, как Пирогов занес? А что, сделать ничего не можешь? Полное бессилие. Что этот дом для Новосибирска? Ну, скажем так, не столь важно, сколько дом, как его использовать, понимаешь? Здесь действительно рядом стоит уже памятник архитектуры известный, рядом театр. И можно было какую-то туристическую зону здесь организовывать. Вот у нас есть красная линия, можно сделать зеленые линии, синие линии. Использовать надо здание, как насытить, наполнить жизнью. И это можно было сделать. Вот арт-центр предлагала сделать. Великолепная мысль. Центр города. Полностью отдать здание под и детей, и театральную студию, и под различные, сделать бальные залы, танцевальные залы. Да и для взрослых можно здесь вечера какие-то проводить. Сделать. По уму сделать его надо, просто отремонтировать. Че вы, здание-то нормальное, оно совсем не аварийное. Но это здание не было формально памятником, да? Его вынесли в начале 2000-х, оно было в реестре, как вновь выявленный. Но потом где-то что-то как-то подвертели и вынесли. Так-то дома коммунные у нас еще один остался в городе, который вот на Кожевник, Красный Кожевник, на Дусю Ковальчук. Ну, это все равно уникальное произведение. Вот эти бойницы узкие, где такие сейчас найдешь? Вот оно пошло-поехало. То есть это варварство на тот взгляд? Я говорю, мы себе враги. Мы враги своему городу, мы враги своей собственной жизни. Это нельзя допускать, конечно. То же самое случилось с металлистом. Мы там успели унести памятник, правда, за это потом кошелю головой поплатился. Вот. Кто за это поплатится? Кто же? Все документы у них есть. На снос. Да. Ну что? То есть формально законно, вообще безобразие. Да. Техника у меня нестабильно работает, извините. Покажите мне ваш плакат, пожалуйста. А вы думаете, что пострадает? У нас ленточный фундамент 34-го года тоже такой же. Надо в прокуратуру, надо Олег, что ты предпринимаешь сейчас, чтобы остановить? Что предпринимаю? Я стою просто и охреневаю. Что предпринять? Опять на танки идти, елки-палки. Всем похеру, там понимаешь, я тебе говорю, вот ты же был в полиции сейчас со мной. Они показали пачку документов, у них все согласования, все у них ровно и в порядке. ООО САД на Т заканчивается. Не САД, а САД. Котов какой-то там директор. Ну, это, я говорю, Савельев, там все, они прикрыли со всех сторон себя. Какой Савельев, депутат? А? Какой-то Савельев, депутат, что ли? Который депутат Государственной Думы от ЛДПР. Откуда информация? Ну, давай я источники не буду сдавать. Будем дальше выяснять, кто что. Но говорят, что источники надежные.